Играю на ческом. Мой соперник это гроссмейстер из Турции, я так понял, да? Так, что это за ход d6? Наверное, хочет перейти в сторону индийку. А я в этот раз против стариндики сыграю g3. Не буду вариант играть, который я обычно играю, с конь c3 с h3. Попробую такую вот схемку расставить с двумя фианкетами. Так, он e5 сразу тут на меня лезет. Может побить его. И слон b2. Таким образом расставится. Так. Куда он тут своего слона хочет на ладью? Может быть, не реагировать? Просто ладья E1 или же закрыться лучше? Ну ладно, закроюсь, наверное. Такого слона на H3 терпеть не очень хочется. И переведу коня, наверное, на F3. Ну, здесь еще E3 можно. Вроде бы не ослабление. Если мы разменяем сейчас белопольников, уже... Не страшно будет открывать белые поля. Здесь ферзь f3. Так, а он снова хочет разменов. Так, давайте посчитаем слон g7. Король g7 не опасно, все нормально. А вот конь d2. Ферзь c6. bc. Слон f8. И, в принципе, позиция неплохая получается. Так что, да, он на это не идет. Уже все посчитал еще раньше. Так, ну забрал. Ладью еще подведу. Что-то близко к ничьей тут все у нас катится. Ну вот он зацепился за эту линию и никак не отдает ее мне. Ладно, я буду по линии D выстраиваться тогда. Пусть он в эту пешку упирается, сколько ему душе угодно. Ничего страшного. Так, а вот, видно, ему надоело тут ладью свою располагать на e4, и он хочет подразменяться немного. Так, что он тут ладья e6 задумал? Хитрый турок. h4 пойду. Ну и ферзь f4. Хочу на d4 еще перевести. Вот так вот. Ну и короля убрал, чтобы он не мешался, под связкой не стоял. Так, а вот здесь чем лучше взять? Если я возьму пешкой, он так и останется под связкой. Может быть, я этим и воспользуюсь. Давайте-ка так и сделаем. Возьму пешкой. Не хочу есть размены уже. Хочу попробовать на инициативу сыграть. Считаю, что у меня есть поприятнее позиция. Так, а он продолжает гнуть свою линию. Хочет размены. Ну, пусть меняется. Только после моего хода b4. Ладья-то у него на отшибе, нужно сказать. Пока он там ее включит. Я уже что-нибудь создам. Пусть в этом он не сомневается. Ладья f5, наверное, ему нужно играть. Да, я здесь король g2, e4 хочу. Король g2 в первую очередь для того, чтобы ладью не пустить на поле f3. Так, ну и a4. Погнал своих вперед. Заставляю ладью пойти на e7. И короля уже подключаю. Я думаю, здесь он будет неплохо стоять. Где-то f3 сыграю, чтобы ладья e4 не было шаха. Время поджимает снова. И это неприятно. Когда комментируешь партию, невольно тратишь гораздо больше времени. Это, в принципе, неудивительно. Так, ну мы знаем, на что шли. Так что жаловаться тут нечего. Нужно продолжать как-то раскачивать его. Если раскачать не получается, будем ничего делать. Пока просто не вижу плана, из-за этого хожу туда-сюда. Так, а он вот что-то уже лыжи навострил на другой фланг. Не уверен вообще, что правильно здесь играю, но зато у меня будет после g4 перевес. Где-то тут. Задумался наконец-то. Я думал, он вообще моментально играет без раздумий.
Так, что делать? Забрал. И король Е4. C5 вроде как хода нету. Заберу король D3, король C4. И выигрыш. Может, тут еще удастся ему неприятностей создать каких-то. Например, на королевском фланге. Вроде эндшпиль-то как минимум не проигранный. Пешечник. Конечно, это не для цитнота позиция, тут считать нужно. Но время у нас нет на такую роскошь сейчас. Так, не вижу абсолютно, что делать. Ничью, наверное, приходится сделать. Предлагаю ему ничью. А дальше потом уже разберу, был здесь выигрыш или нет. Так, а он ничьи не хочет? Или что он тут пытается изобразить? Не, ну ты подумай, подумай, я, в принципе, не против. А, вот он как, ничего себе. Какой отважный парень. Этот турок хочет обмануть нас. Ладно, будем тогда обыгрывать. Будем обыгрывать тебя, парень, без всякого стеснения. Зачем ты это делал? Зачем ты полез на меня? Я же тебя сейчас обыграю. И уже обыгрываю большим удовольствием. Вот и все.